И снова на передовую. Очередной гуманитарный груз отправился в зону проведения специальной военной операции. Собирали все вместе. Депутаты, волонтеры, общественники, представители бизнеса и неравнодушные жители региона. Мы в еженедельном режиме рассматриваем все обращения, значит, наших ребят, которые сейчас находятся в специальной военной операции в батальоне «Симбирск-Свияга». Вот последняя их просьба была – это обеспечить, значит, средствами связи и запчасти для автомобилей. Просьба была услышана. Батальону «Симбирск» отправили защищенные рации, в «Свиягу» – колеса для грузовых машин и запчасти. Также бойцам отправили планшеты, металлоискатели, продукты питания и медикаменты. Чтобы не замерзнуть холодными ночами – теплые вещи. Также уже традиционно от детей были отправлены рисунки и письма с теплыми пожеланиями. Очень трогательно. Я сам, когда выезжал на передовую, видел вот эти вот моменты, когда ребята открывают письма от школьников, от детишек из садиков. Вы знаете, это очень трогательно. И они, прочитав эти письма, они их не кладут. Они их кладут себе в карман и носят как талисман. Самым долгожданным грузом для бойцов батальона «Симбирск» станет передвижной банно-прачечный комплекс. Баня была собрана при непосредственном участии депутата Ульяновской городской думы Дмитрия Саурова, при содействии начальника главного управления МЧС России по Ульяновской области Михаила Осокина и руководителя общественной организации инвалидов войны в Афганистане Рафаэля Мардеева. Мы были на передовой, мы видели всех условий, как ребята, когда приходят с боевых заданий, ну, помыться очень сложно. И вот данная баня, она прямо в дело. Поэтому это прям очень необходимо. Банно-прачечный комплекс представляет собой 6 душевых, парилку и постирочный комплекс. Конечно же, в комплекте идут веники. Баня поедет не на передовую, а на вторую линию, где после боевой задачи бойцы смогут отдохнуть. Когда с передовой приходят, они не на базу, грязные, то есть немытые. Вот это отдушина, баня, парилка, веники, то есть это дорого стоит. Стоит отметить, в отличие от первого отправленного экспоната, комплекс претерпел некоторые изменения. Исправили высоту помещения, увеличили пространство под баки с водой и вынесли их с межпотолочного пространства на самый верх. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.